Всем привет, я Дима, за моей спиной Ford Mustang, который отправляется в Дубай. Если этот ролик соберет 10 тысяч лайков, то Буся покажет вам сиськи. Значит, это машина, которая называется Ягуар? Нет? Какой Ягуар? А, Мустанг. У нее есть лошадь, вот, она очень красивая. Можете подходить, тереть ее. 3 фары слева, 3 фары справа, колеса. Ну, то есть, все как нужно. Все как в обычной машине. 4 колеса, почему-то 2 двери, а не 4. Видимо, решили сэкономить. Но это ничего страшного, зато машина немножко дешевле. Вот, -2 двери, -$5000. Спойлер. Помню, что играла в детстве в Need for Speed. И там можно было добавить спойлер на машину. И она начинала быстрее ехать. Будем надеяться, что она от этого спойлера быстрее едет. Колеса. Колесо большое, черное. А почему не эти, не красные? Красные, это же модно. Не будем думать, что с ними сделали до этого. Но они какие-то очень скользкие, больно. Так, ну, это ничего не видно. Как я буду краситься? Ой, а почему они запотели? Это я им не понравилось, они погасли или что? Ну, может, я правда очень большой человек, но залазить сюда очень неудобно. Ой. Наверное, это придется снять. Места мало. Если вы мужчина, даму с собой не берите. Она вам ничего приятного в этой машине не сделает, потому что места мало. Так, мне тут тапочек раз, да, то есть, чтобы все как дома. Врум, бам-бам-бам-бам. Ну, врумкает она приятненько. Кнопочку нажимаешь, да. Да-да-да, красненькую. Да, красненькую кнопочку нажимаешь, закрываешь окошки, если она еще закроется теперь. Выходишь и забираешь с собой ключик. И ключик Ой, забери с собой. Забрала. Вот, молодец. И закрывай ключиком, пусть она звук издаст. Давайте сделаем обзор ключа. Ключ состоит из 2 частей. Смотрите, есть кнопочка раз. Смотрите, есть кнопочка еще открыть машинку, закрыть машинку. А ну давайте попробуем эту. О, багажничек открылся. Давайте посмотрим, что в багажничке. Так, багажник. А там хуй, который нужно переснимать. Ой, ой, пока багажник откроешь, руки накачаешь уже. Так, ну багажник, я думаю, что... Ну я помещусь. Сейчас, ребята, погодите. Оп, смотрите, если нужно 5-го пассажира, то, в принципе, конечно, в тесноте, но не в обиде. А, так тут люкс номер, пацаны. Тут и вдвоем можно. Все, давай, ага. Поехали. Все, пойдем, короче, оставляю. Тут завесла гнутся. Не рекомендую. Ой, спина болит, годы уже не те. Ну, смотрите, то есть, в принципе, теоретически это возможно. Труп поместится, 6-й пассажир тоже поместится, но если вы собираетесь перевозить труп, купите другую машину. Так, смотрите, значок. Тут нарисована машина и человек, выбегающий из машины. Мне кажется, что это для людей, которые хотят переночевать. И чтобы, ну, их как бы снаружи не украли, дернул, дверь открылась. Ну, лампочка есть, пластик какой-то, провода. А это я не могу понять, это если мне вдруг понадобится болт, я могу отсюда открутить или что? А есть этот ключ? Кое-что получше. Это рисунок ключика. Тут еще есть секретный отдел. Ебать, 5-е колесо. Так, а как оно достается? У вас... О, смотри, там что еще есть? Так, смотрите, колесо запасное. Если вдруг стула у вас нет, вы сели, семки покушали, чайку попили и поехали дальше. То есть в машину вмонтирован стул. Поели, значит, обратно. А какой стороной наверх? Если вдруг надо попку подкачать, поприседали, засунули. И, твою дивизию, а тяжелый. Фух. Ну, то есть, смотрите, пока вы колесо достанете и засунете обратно, вы уже поупражнялись. В спортзал можно не идти. Короче, багажник неинтересный. А как... А где кнопочка? А вы кнопочку сюда не добавили? Как я должна его закрыть? Это машина 2023 года. Почему нет кнопочки? Мне нужен мужчина. Без комментариев. О, тут еще глаз, смотрите. А давайте под капот залезем. Давай, иди давайте. Открывай. А как это открывается? Иди ищи. Так. Не-не-не, ну ты дерни сначала его. Так. А, вот. Нет.
Бинго! Бинго! Богиня! Богиня! Друзья, там тепло так? Как это говорит? Как? Сим-сим, откройся! Туда-сюда, теребонькой там, да, вот так. Так, я знаю, что это мотор. Молодец. В моторе есть цилиндры. Здесь сколько-то цилиндров? Пять цилиндров. Аккумулятор красной писечкой. Не буду это трогать, вдруг оно шибанет. Сосуд для желтой жидкости. Где-то здесь есть генератор, карбюратор, аккумулятор и сепаратор. Держите, я не могу. Ну, короче, это мотор. В моторе 5 цилиндров. Аккумулятор с красной писечкой и какая-то штука с синей крышечкой. На этом все. Обозрев закончен. Можно сидушечку, оп, вперед, оп, назад. Ну, знаете, в принципе, если вот так вот сделать, то, в принципе, можно и девушку с собой брать. Из всех этих кнопочек на руле вам нужна только одна. Нет, две. Смотрите, громкость побольше, громкость поменьше. Я думаю, всем остальным вы пользоваться не будете. Ой, наш не идет. Ага, вы посмотрите. Мы нажимаем кнопочку «Мустанг», и у нас на экране появляется «Мустанг». Вы можете посмотреть, какую машину вы купили. То есть, если вдруг вы забыли. Если ваша попка замерзла, включаем троечку и чувствуем, как... Сейчас я почувствую, подожди. Чувствую, как моя попа наполняется теплом. Спина еще пока не наполняется. Вот, ну да ладно, крыша. Чего она не открыла? Ты ничего не забыла, дорогая? Не-не-не, рано. Предварительные ласки. Вот оно что. Брынь покрутили. Раз. Основную не надо опускать. Ну ладно. Это работает. Сфотографируй меня красиво. Я хочу новую фоточку в Инстаграм. Ой, какой человек тут интересный. Здравствуйте. А что вы продаете? А как микрофон включить? А почем литр? Литр почем? Готово? Эта машина создана для того, чтобы загорать. А ты, кстати, в курсе, что эта машина имеет активный круиз, она сама по линии разметки ей тормозит и поворачивает. То есть ты можешь даже не рулить, она сама за тебя будет рулить, ускоряться. Ладно, давай, уметывай, мы теперь будем без тебя. Все ненужное устало сразу без тебя. Давай, уходи с кадра, надо фотку поделать. От заката до рассвета без тебя. Так нужна ты мне, любимая моя.